Криминальные разборки. Сегодня на улице Пестеля расстреляли автомобиль «Деуланос», в котором находился водитель, 40-летний мужчина. В тяжелом состоянии, с множеством огнестрельных ранений. Его доставили в 5-ю горбольницу. Инцидент произошел утром около 9 часов. Неизвестный открыл стрельбу из автомата по автомобилю «Деуланос», находившемуся у одного из частных домов по улице Пестеля. Владелец автомобиля, 40-летний, ранее судимый мужчина, получил 5 огнестрельных ранений в область головы, грудной клетки и поясничную область. После этого стрелявший, предположительно с бородой и одетый в одежду камуфляжной расцветки, скрылся в неизвестном направлении. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия было обнаружено орудие преступления, автомат «Калаш». По данному факту материалы внесены в единый реестр досудебных расследований по факту покушение на убийство. Пострадавшего мужчину прооперировали. Для спасения его жизни работали 3 группы хирургов. Однако он по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Находится в реанимации. Жена прибыла вместе с ним. Там куча друзей его прибыла. Он известный спортсмен, так что там друзей много. Сейчас он охраняется. Охраняется милиция или охраняется спортсмен? Я же не спрашиваю. Автоматчиками. А кем? Сотрудники правоохранительных органов просят обратиться к ним всем, кто может помочь какой-либо информацией. А также просят водителей, находившихся 28 августа в период времени с 8 до 9 часов в районах близлежащих к улице Пестеля, предоставить записи с видеорегистраторов, звонить по указанным на экране телефонам или 102.